Ну вот, вроде бы москит ко мне в Минск приехал. Смотрим. Особо я каких-то прогибов, помятостей не вижу. Все вроде бы цело. Энергия доставила. Посмотрим, что внутри. Так, открыли внутрь. Какие-то шипы. Почему-то они вывалились. Палочки. Это я не знаю, что за штука. Понятно. Ну, наверное, для чего-то надо. Раз, два, три, четыре. Шампура, дровишки. Инструкция. Еще шипы. Так, образец заполнения, документы. Это что такое? Это болты. Не знаю, это что-то болтается, может так и надо. Но буду разбираться, читать инструкцию.